Сюда вроде бы как полетать приехал. Погодка хорошая и ветер посильный, нормальный, но натурово дул слишком южный, а здесь вроде бы как вообще северный потянул, и немножко непонятно, что делать. Да, так вот, скорее всего, ничего не буду делать, посмотрю, да поеду в шале и в Непер уже. Ну, красота. Лезу на поутомату. Пик. Где же здесь все-таки взлететь? Не заснял тропу, едва заметную, по которой по пояс пробираешься долго-долго. А вот я ее обратно найду, если не полетится. Спуха. Каждый шаг за полтора. И так уж ли мне это надо? Сидел бы в теплой сауне, смотрел телевизор. Так нет, в горы. Летать давай. А тут опасности, а тут трудности, а тут сыпуха под ногами. Такие мхи красивые, такие горы потрясные. Утренние туманы до сих пор сидят. Вот такие потенциально взлетные места. Наверное, все-таки придется пробовать. Уже нет экскьюза сказать: ой, ветер слишком сильный, ой, ветер слишком косой, ой, кажется, дождик собирается. Но ни одного подходящего прилога, чтобы пойти назад. Сейчас будем собираться. Что, залежался красавчик. Целый месяц не открывались. А то и больше. Ну ничего, может, сейчас что получится. Погоди немножко. Ну, почти все готово. Okay, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way that they want to be, what are the way
Ну вот, и все. А мы боялись. Не, не очень боялись. Мягкий холмишко, даже пару маленьких термальчиков шло. Но трудно было вытянуть. Хотя, если немножко упереться, наверное, можно было бы. Ну, для первого раза нормально. Да, хорошо все-таки в Альпах. Красота. Улететь на 200 километров можно. Когда прочувствуешь все эти тонкости хребтов, глубоких каньонов, равнин и сложные движения потоков между ними. Ну вот, будем считать, что это начало. Вот интересно, пока я летал туда-сюда, кстати, все вместе заняло 1.5 часа, с 13:20, ну, сейчас 3 часа, что довольно неплохо. Так вот, кто-то приехал и поставил ветровый указатель. Интересно, может кто-то пройдет. Ветер немножко еще сильнее, чем когда я приехал. Ветер этот показывает типа Норс-Вест. Интересно.